если ваши части тела выступают не по делу. Если вирусы, бактерии, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области облачно, пройдет небольшой снег, температура воздуха днем -7, -9 градусов, ночью 10-11 ниже 0. Ветер западный, северо-западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани на небе облака, пройдет снег, днем -7, ночью -11 градусов, северо-западный ветер 8 метров в секунду. В Тольятти тучи, продолжительный снег, температура воздуха днем -8, ночью -10 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду. В Самаре облачно, снег, днем -8, ночью -11, ветер северо-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.